Борьба с коронавирусом – одна из главных тем заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. За ходом мероприятия следит наш корреспондент Максим Васильчук. Он находится на прямой связи со студией. Здравствуйте, Максим. Ждем от вас подробности. Да, Артур, но вот непривычно пусто сегодня в Таврическом дворце во время осенней сессии. Мероприятие сегодня проходит в режиме онлайн. Сейчас началось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества. Его проводит председатель Совета Валентина Матвиенко. Главная тема, конечно, это меры по борьбе с COVID-19 и закрепление их на законодательном уровне. Обсудят сегодня также и создание экспертного совета по науке и образованию, а также подготовку парламентариев к проведению и наблюдению выборов, которые состоятся в следующем году в странах Содружества. Ну а ровно в полдень начнется 51-е пленарное заседание, которое также пройдет в режиме онлайн. Обсуждение вопросов, связанных с межпарламентским общением с ПАСЕ и с Всемирной организацией здравоохранения, будут обсуждаться вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и много других рабочих вопросов, которые накопились за это время. По 51-й ассамблее мы подготовили порядка 27 модельных законов и других документов межпарламентской ассамблеи, которые будем принимать, обсуждать. Среди предложенных проектов это модельный миграционный кодекс, который вызывает большой интерес во всех странах Содружества. Его накануне обсуждали на заседании постоянных комиссий. В этом проекте обсудят вопросы страхования, медицинской помощи, а также охраны труда. А также сегодня будет вынесено решение по другим кодексам, трудовому, избирательному, а также по законам, которые касаются школьного спорта, защиты горных пород и экологической безопасности. Спасибо вам, Максим Васильчук, о заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.